Поехали, Потри. Четыре, три. Команда Би впереди. Подает Михаил. Три, четыре. Федор, ты там смотри по попаданиям. Суди. Какую? А у меня ключа нет. Не знаю, кто открывал. Замыкайте. Так, отличный розыгрыш. Мне очень понравилось. Вы забили счет по четырем. Подавай, Миша, дальше. Хорошо, молодец. Отбил так мячик, здорово. Счет 5-4. Ведет команда Миша, Даня. МД. Ваши подачи. Кто у вас подает? Четыре, пять. Сюда. 4-5. Здрасте, мордасти. Подавай, Богдан. По пяти. А что вы делаете? Миша с одной стороны. Теперь туда подача. Стоп. Стоп. Переиграем. Да, не лезь на стенку, не отбивайте мячи. Первая подача. Нет. Вторая подача. Вторая попытка. Оба нет. Счет 6-5. Вы ведете, Данил, на подаче. Ваня, принимай. Нет. Во-первых, наступил, Дань. Во-вторых, там троса коснулся, все равно бы мы переиграли. Вторая подача, ты наступил на поле. Что, Вань? Молодец, все правильно сделал. Вторая подача. Аут. По шести, поменялись. А? Что? Нет, здесь нет. Здесь у нас только зеленка, Дань. Давай, быстрее, Дань, на ту сторону. Подаешь на Богдана. Богдан, в первой зоне стоишь. Ты там стоишь. Ваня, сюда. Даня, ты еще раз подаешь на Богдана. Миш. Давай поближе, подтягивайся к сеточке. Подтягивайся, подтягивай. Что? Я не слышал. Выше сетки, Богдан. 7-6. Вы подаете.
Богдан, подавай во вторую. Тут все ходы записаны. Льет, да, все, теперь будет лить. Богдан, подаешь или Ваня? Давай, подавай отсюда. Ваня. 6-7, до 10 счет. По 7. Семь-семь. Упорная борьба. Кто же овладеет конфетами? Тут все шуточки в сторону. Это мы поняли. Ваня поляну прибрал. Молодец. Нет. Не попал. 8-7. Миша, подаешь. А ты что здесь делаешь, Богдан? Миша! Дань, перейдите сюда. Начинает подачу теперь со второго. Давай, Вань, внимательно. Нет. Вторая. По 8. Миша, на Богдана подаешь. Вы когда, смотрите, выиграли мяч, проиграли, подходите друг к другу, подбодриваете, понятно? Мячик сложный, под сеточку падал, да, не увидел его, да? Давай, 8-8. Ульян, подожди немножко, тут самая разборка крутая. Ну давай, Миш, давай, рожай быстрее. Вторая подача. Внимательно играй. Аут. 9-7. Миша, когда... 9-8. Мишунь, но тренер тебе говорил, не бей вверх, а ты продолжаешь бить. Куда ты в облака опустил мячик? Молодец. 9-8 вашим. Вот Ваня подает. У ребят матчбол. Кто там у вас? Миша на приеме там? Давай, Миш, принимай. Ваня, туда подаем. Да, подсказывай, Дань, подсказывай, смотри. О, видишь, как хорошо подсказал. А если бы далеко стоял, Миш, не успел. Ты ж думай сам. По 9, переход. Быстренько поменялись, перешли. Зайди туда, в туалет. Эй, парень, в туалет зайди. Вот сюда зайди. И там умоешься. Здесь. Иди во вторую дверь. Вот тут, сюда. Что ты? Тебе по башке хорошо надавали. Сюда, да. Во вторую дверь. Поехали, стоп! Ты ж только во второй квадрат подавал. Богдан хорошо подставил, но, увы, мячик 10-9. Вы подаете. 10-9. Два мяча разница должна быть. Да, если они сейчас выиграют, то они победили.
Богдан, да, стой там. Там Ваня, по-моему, стоит. Кто там? Ты сюда иди. Вань, далеко не стой. Какой точный бросок. Богдан, долго тренировался? По 10. Дань, подаешь на Богдана. 10-9, они выигрывали. Давай, подавай теперь сюда. Куда ты? Да. Что ты бегаешь туда-сюда? Тебе понравилось скакать? Нет. Первый квадрат. Богдан на приеме. А что ты далеко там стоял, Богдан? Неправильно стоял, ближе к углу. 11-10. Ваша подача. Богдан, подаешь. Даня хорошо запулил тебе в уголок мячик. Миш на приеме. 10-11. Нет. Миш, хорошо, что с лета не взял. Сейчас бы очко пошло туда. Давай, вторая подача. Вторая, не надо два брать мяча. Одного хватит, прицелься. Аут! Это было круто. Миша такой мяч достал, сумасшедший. Ваня, пожали руки. Очень хорошая игра, классная. Шикарная игра. Ну что я могу сказать? Один Ваня у нас без конфет остался. Этот завоевал конфету. Ничего, Ваня, у тебя еще будет сейчас шанс. А у меня? Все. Ну, ты же еще. Ты единственный, кто две конфеты уже сожрет. С этим выиграл и с тем. Теперь тебе с Ваней осталось. Сейчас принесу. Так, Богдан, да, пошел это. А Федора сейчас мы наказывать будем. Он мячи раскидывает. Так, как вам эта игра понравилась? На уровне. На уровне, ничего, молодцы. Ваня догнал, ну, чуть-чуть срезался мячик, да? Миша какой догнал, непонятный. Ты чуть-чуть проспал, да? Так, кто у нас еще словечко замолвит? А, да, да, да. В оправдание в своем. Я нахожусь в восторге от данной игры, потому что была и страсть, и дух, мужество. Все здесь присутствовало. И даже мужество присутствовало. Да. Да, посмотрите, какой мужественный комарик. Они так. Очень мужественные. Да, что, что комарик, скажет папа? Да, а, о, победитель. Глава команды Богдан и Иван. Да, ура! Случайно проиграли. Чисто случайно, я согласен. Больше такого не повториться. Молодец.